Итак, доброго времени суток. С вами я, Дима, и канал «Владелец аквариума». Меня просили снять видео о аквариуме 200-ки и об офисном. О 200-ке чуть позже. Сегодня менял воду и уже уехал оттуда в офисе. Вот показываю на данный момент. Только зашел. Неделю назад была подмена воды. Неделю назад стриг мох. Вот так все выглядит. Пузырьки вот эти пускает скиммер. Скиммер. Нужно, в общем, долить нужно водички. Значит, что по населению? Кто помнит, тут были тетры. Тетры живы. Жив остался один атоцинклюс. Вот он. Их было три. Также сомики пигмеи, хастатусы еще их называют, тоже живы, они прячутся. Сколько их штук? По-моему, 5 я их сюда запускал. Сколько штук осталось, не знаю. Вот. Ну и креветки, соответственно, красные, желтые. Красные, я смотрю, начинают преобладать прям. Их больше. Вот. Растения себя чувствуют нормально. Буцефаландры потихоньку растут. Я с них убирал мох. Но он прорастает. Это уже как растение-паразит для меня. Там я мох не трогаю. Вот, как-то так. Сейчас я долью водички. Просто вот через верх доливаем. Вот так. И сразу же перестает скиммер издавать звуки неприятные. Сегодня не буду подмены никаких делать, никакой воды. Все нормально, я думаю, на следующей неделе. Подстригу, может быть, вот эту корягу. Вот будет видно. Нагреватель работает. Вот, комфортно им тут. Вон сомик прячется. В общем, у рыбок все хорошо. Все отлично. Все замечательно, все супер. Вот, привет вам от атоцинклюса. Негроса. Или негра, как правильно. Так, ну тут самое главное, вот креветка черная, вот она жива. Собственно, вот и все по аквариуму в офисе, по кубику. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока-пока. Хорошего настроения и мирного неба над землей.